HyperX представляет. Популярные геймеры сражаются за звание лучшего. И только ты решаешь, кто победит. Следи, голосуй, выигрывай призы. Старт 9 декабря. Битвы геймеров. Игра начинается. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк данному видео, подписывайся на канал и напиши комментарий со своим ником. Более подробная инфа в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня, ребята, мы с вами записываем рубрику, которая называется «Бесконечный спаси голдик». Здесь, ребята, у нас 10 голдов запрятано, так сказать, в нашей вот этой вот нычечке. Ну, здесь, на самом деле, вот видите, ребята, один голдик лежит, и там я вижу, как уже просто эпичные трупы начинают подлетать. Вот, и здесь всего, ребята, у нас сброшено 10 голдов, ну, не знаю, название, в принципе, Лёшка это придумал. Вот, я записывал на свой канал эту рубрику пару раз, и в принципе, вам довольно-таки эта тема понравилась. Так что, ребята, записываем еще специально для вас. Буду записывать я сегодня с Ветрикой, поздоровайся. Здорово. Вот, и, конечно, с Сайклаудом поздоровайся в чатике, потому что у меня микрика нету, как обычно, ребята. Вот, всем привет. Вот, всем привет. Видите, какой хороший человек. Так, окей, я пока буду, ребята, вот здесь минировать и держу. Короче, ты смотри, там держи. Здесь они уже пытаются фантомами всяким подъехать. Что, конечно же, не есть хорошо. Вы что тут, ребята, офонарили, а? Ну, разминировали, значит. Здесь, где вы разминировали, я сейчас еще минок доставлю. Офигевшие какие. Хитрюги. Зашли, значит, кто-то у нас тимой, да, зашел. И сейчас пытается здесь у нас сфоровать наш голдик. Так, а я сведусь, интересно, кого-нибудь? Нихера я не свелся. Ну, в принципе, да ладно. Так, окей. Вадим Бухом, привет. О, Бухой, здорово. Так, тихо. Ну, давай там, чувак, чело, подрывайся на минках. Вот, замечательно подорвался. Но таких, ребята, хитрожопых у нас здесь тоже есть. На них, так сказать, своя управа. Мы просто вот так возьмем. И опять же, здесь все по новой заменим. Так что, ребята, давайте-ка не хитрите, не хитрожопьте. Это все будет, конечно же, у нас минироваться заново. Виталька, ты, короче, смотри, фантомеров вот этих старайся как-нибудь сразу на начальном этапе их там дисквалифицировать. С твоей стороны, что ли? Ну, не с моей стороны. Короче, где хочешь, там дисквалифицировать. Все почему-то с твоей стороны. Вам писюны такие. Прочухали, да, где у нас тема такая проезжающая есть. Так, iCloud, у тебя там все замечательно. Пока, да, у iCloud вроде бы все пока четенько. Так, и сейчас, наверное, ребята, мы еще 2 минуты так активно прям подефим. И потом уже минок... Не, давайте, наверное, уже минок не ставить. Пусть они прорываются, как хотят. Да, короче, iCloud, там, если там ставишь минки, не ставь их. Пусть уже чуваки у нас прорываются и себе уже, так сказать, протаптывают дорожку. Не подъезжай. Да не, в принципе, нормально. Викинга тоже норма. Виталь, я в другую сторону. Окей. Нихера себе, тут у нас чуваки начинают подлетать. Воу! Это что? Вот это просто жесть была! Ты видел, да, как он у нас полетел? Охереть, это что такое? Он просто подлетел, я не знаю, как будто там подорвал сразу мин 10, и у него 100% защита от этих сраных мин стоит. Вот это просто вообще, ребята, конечно, жарко. У меня есть, ребята, кстати, уже минок практически вообще не осталось, и остаются, так сказать, последние штрихи, последние миночки. И я так думаю, наверное, встану как-нибудь вот так вот к этому голдику. Хотя, если сейчас у нас чуваки поедут, смотри. Вжух. Ты смотри, что они делают. Чувак тупо подорвался. Чего они? Они паркурить собираются, смотри. А, так они на гол хотят запаркурить. Мешай, Виталик, мешай. Мешай. Ну, значит, паркуристы какие хитрожопые у нас попались. Хотят, значит, они запаркурить у нас. Окей, я вас, ребята, понял. Кстати, ребята, не знаю почему, но решил надеть я все-таки страйкера. Вот, потому что, опять же, одеваю его, ребята, крайне-крайне редко. И хотя бы, ну, вот на такие рубрики стоит его принадевать, стоит припокупать. И, конечно, чтоб все было вообще четенько и клевенько. Так, окей. Нагибатор, что думаешь? Что стоишь? Давай подрывай минки. Нечего думать, нечего стоять, нужно минки подрывать. Я прям сразу несколько логанов придумал. Спаси голдам. Так, ой, Клауда, нихера себе там, ой, Клауда, какие мины чернющие. Вот это просто вообще жесть. Вот это, ребята, просто жесть. Так, чуваки, да ёперный бабайкины.
Он забрал, он по мне проехался, гаденыш такой. Он тупо, ребята, взял и по мне проехал. Вот это вообще не кайф. Делай, палай, куда же. Короче, я, короче, ни на кого не могу свестись, и я чисто исключительно все взял вот это, короче, ребята, страйкера. Если у нас уже кто-нибудь сюда прям прорвется конкретно, и тогда уже можно будет, так сказать, дать им нехил такой отпорчик. А, я тут. Но, смотрите, ребята, пачка-то в чем? Голдик-то у нас чувак забрал. Но. Минок у нас еще просто, ребята, тут дохерища. То есть минок еще дофига, и если я сейчас сведусь. Вот это, вот это. Это что такое, ребята? What the fuck? Чувак просто взял и обломался. В натуре, ребята, чувак просто взял и обломался. Вот так, кстати, карта Эдинбург — это единственная, наверное, карта, где все твои мины по максимуму начинают разминивать. Серьезно, вот по максимуму начинают разминировать все мины. Уходи, противный. Так, Виталька, а ты выдержишь сейчас мои этой ракеты, да, если я наведусь? Да, давай. Ё-моё, тут позитивчик прям перед моим лицом вжухнулся, и он просто у нас сгорел. Смотри, какой я. Тут у нас восхитительный во мне. Во мне восхитительный. Ну окей, чувак, давай, мы тут с тобой постоим, мне в принципе не жалко. Мне в принципе не жалко даже и тут постоять, так что давай, чувак. Постоим, подождем. А мне в принципе вообще не жалко. Серьезно. Здесь кто-то, чувак, какой-то у нас чувак на жиги зашел. Are you fucking serious? Офигеть, просто офигеть. Так, чувачеля, куда ты у нас полетел, а? Знаете ли, значит, полетел у нас голдик и забирать цыганить. Так, окей. Наверное, Виталька, это, отойди, пусть они уже немножко прорываются, потому что мне-то кажется, они вообще хер, когда его возьмут. Ну, пускай, повеселее будет. Сейчас да, все равно повесили. Тебя вынесут. Я это, затягивать-то. Ну да, если меня вынесут, то да, там уже поедет. Но, опять же, ролики не хочу сильно затягивать. Ну, да, наверное, отъезжай, пусть бог с ним. Пусть будет это и отъезжено у нас все. И если сейчас восхитительный... А что восхитительный, кстати, вам не стоит? Ну, давайте, чуваки, постоим, подождем. Мне, в принципе, вообще не жалко. Восхитительный у нас все-таки решил уехать или нет, или что? Да. В итоге он подорвался. А, здесь еще один восхитительный. Ёма, во сколько же... Вы что, такие жесткие прямо? Ай-яй-яй. Чувак сейчас на меня будет мины ставить, да? Нет, пока вроде не ставят ничего. Окей, я, в принципе, ребята, оттуда немножечко уехал. Они еще все не могут этот голдик один взять. Я уже думал, там у нас следующий голова. Вот это было довольно-таки красиво. Серьезно, вот это, ребята, просто было вообще зачетненько. Вот, короче, ребята, опять же, если вам нравится эта рубрика, не забываем, ребята, ставить лайкусик. О, танки залагали. Ой, куда? Ай! Танки просто залагали. Это вообще просто офигительно. Просто, ребята, офигительно. Танчики онлайн у нас лагают. Радуют меня и радуют. Короче, Виталька, не нужно там держать, потому что, смотри, вот эти писюны восхитительные на видниках, они проезжают сквозь тебя фантомами. Так что давай, наверное, отъедь оттуда, чтоб там минки все-таки мои работали. Кого-то просто запинал. И смотри. И никто не сдох. Какого фига? Нихера. Там какой-то негодяй, короче, летел прям на этот гол сверху. Ты прикинь? Да, ну. Да, восхитительный, короче, взял и клал, еще у нас очередной голдик сбросил. Короче, ребята, голдики летят у нас бесконечно. Ну, конечно, есть им когда-то окончание, когда-то это все дело у нас закончится. Но я еще не знаю, конечно, когда. Да ты что, серьезно на ЖГИМ-1 пытаешься меня убить, алло? Там чуваки у нас просто, да, веселые. Пареньки у нас просто вообще, пацаны вообще ребята. Так, Виталька, осторожно. И понеслось, поехалось. Блин, они уже научились жрать аптеки. В принципе, в режиме паркура-то это вообще нереально делать на кого-то. Короче, Виталька, я через тебя навожусь. Там сейчас, походу, опять кто-то жрет. О, Жига М1 берет, генеральчик. Давай, бери, чувак. Во, вот это, кстати, вот ему вообще не жалко голдика дать, потому что он вообще такой маленький. И хотя бы один он голдика жал, я думаю, ему будет очень приятно. Тем более, во-первых, голдик взял, да, плюс еще я это все делал на видосе. Айклауд сзади, Айклауд сзади. Эй, Виталь, отойди, они сейчас через себя опять будут это... Наивные. Короче. Они сейчас через себя будут опять проезжать фантомами. Саранами. Либо просто, короче, через себя проеду. Смотри, как пыхтит, блин. Блин, Виталь, я через тебя не могу навестись туда дальше.
Ай, блин. Так. И пошла, поехала жара. Восхитительный опять взял. Блин, я, кажется, без ДДшки их стрелял. Вот это, блин, просто печаль. Может, тут заменить как-то? Не надо менять. То есть они уже прорвали, то есть это честно, они себе получили это место. И сейчас, так сказать, у нас просто идет бесконечный голдопарик. Ну, типа, бесконечный. На самом деле, сколько голдов мы уже взяли? Сколько там еще осталось? Я, честно, даже не знаю. Дружище, алло. Дружище, алло. Мы тебя ждем здесь, знаете ли. Ой, я тебя слил? Блин, Виталик, сорян, бас. О, чувак у нас минит. И в итоге он сдох. Чувак, в итоге не нужно никогда минить, не нужно никому посирать, не нужно ничего такого опасненького делать, потому что... О, чуваки, не-не-не-не-не-не. Минить, ребята, нам, конечно, тут это все дело не надо. Да, я вижу. Все, чувак, вжух, и чувак отъехал. Короче, кто там будет минить, их нужно сразу сливать. А iCloud там уже таранят прям вообще по-жесткому. iCloud вообще дырки там таранят. Ой, жесть, просто жесть, короче, ребят. Это внутри, это просто жесть. Блин, не, ну викинга мы вообще не убьем, не забьем. Это прям печаль. Охереть, ну вот как он так через тебя проехал? Да я на мину напоролся. Вадим, ой, iCloud вынесите. Ой, Виталька, ты, блин, мне все ракеты запорол. Да ладно. Да. Вот я тебе говорю, поэтому не стой в этом проходике. Я сейчас с минками, я могу вообще на язычах разносить. Только мне нужно, чтобы, так сказать, наводиться. Вот, Виталька, сейчас пойди. И смотри. Жу-жу-жу-жу-жу-жу. Да ё-моё. Разноси, короче, да, вот этот чувак, который минировал, у нас в итоге сдох. Это на самом деле очень-очень, ребята, каев. Каев, просто, ребята, каев. Виталька, ты на ком уже у нас стоишь, а? На iCloud. Жопу свою примастила. Я понял. Я тебя понял. Так, тихо, я навожусь. Ну, блин, мне прицел сбили. Что там за мясо вообще? Что там происходит за мясо? Это просто охереть, ребята, просто охереть. Мясо прям вообще мясное. Блин, негодяй, вот нафига, чуваки? Зачем вы минируете, чуваки, братаны? Зачем вы минируете, если мы, в принципе, вас вот так можем вжух и слить? По шурикенскому, по брикенскому. Там на тебя, да, пытаются? Давай, сводись. Так, давай. И все, полетели. Блин, у меня несколько ракет просто в сраку. Так, это у нас там голод летит, или мы уже это впустую миним? Не знает, что там летит. iCloud, напиши плюс, или ты заметил? Да, вот летит этот голдик. Блин, когда они уже закончатся? Воу! Вот смотри, я сколько просто снес. Раз, два, три, четыре, пять, шесть чуваков я снес с ракетницы. Офигеть. Вот это, ребята, просто кайф. Вот, смотри, вот как раз таки знаешь, ракетница чему способствует? Тому, чтобы чуваки у нас не минировались. То есть они не минили вот этот проходик, и другие чуваки могли спокойно сюда проезжать. Кстати, ребята, если... Опять минусанули. А там его минами, походу, минусует. Жесткие какие-то типы. Я тебя переверну, iCloud. Я, короче, ребята, просто зажимаю сбоку, стою, так сказать, моя хата справа. Так, Виталька, зажимай, там Вишкин да сейчас отожмет. Викинг, нет, в итоге викинга перевернули. Какой-то Костя берет, сколько еще этих голдов осталось, сколько они уже взяли, боже мой. Ребята, это в натуре какой-то бесконечный пасигол, скорее всего, я буду обрезать, вырезать, а может быть даже так один дубль залью. Но, походу, голдиков у нас там, ребята, в натуре очень прям и очень дых. Блин, я в такого прям маленького свожусь. Вадим, давай заканчивай, там нужно Кристине помочь. Окей. Так что, давайте, ребята, все, на этом мы уже заканчиваем. Всем огромное спасибо за ваш просмотр. Здесь, конечно, голдики летят, но, ребята, опять же, мне нужно сейчас отлучаться по Шурику, по Бырику. Сейчас у нас последние голдики возьмут и будем прощаться. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Ну, а с вами был Вайдер, iCloud и Веталь. Всем пока-пока. Пока.